Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах нашего тележурнала. Коллектив Кузбасского ковчега поздравляет вас со светлым праздником Пасхи. Сегодня в нашей программе авторским спектаклем отметили праздник Пасхи в поселке Ясногорске. 9 мая кузбасовцы вместе со всеми россиянами отметили День Победы. Праздник Радоницы. Радостной вестью о воскресении Христа православные поделились со своими умершими близкими. Воскресенье день, просветимся люди, Пасха Господня, Пасха. Праздничным спектаклем отметили Пасху жители поселка Ясногорский. Постановку по мотивам произведения Сельмы Лагерли в Красношейка на сцене местного дома культуры на суд зрителей представили преподаватели и воспитанники воскресной школы прихода святой великомученицы Варвары. Прошу, прошу тебя, Господи, сделай мои перышки алыми, чтобы я стала настоящей красношейкой, или, быть может, я должна заслужить их. Молодые талантливые люди, которые поделились своей пасхальной радостью. Все это непосредственно, искренне. Сердца их переполнены, восприятие их чистое и светлое. И, конечно, это очень подкупает и настраивает на такое вот пасхальное радостное восприятие. Поэтому впечатление самое лучшее, и хотелось бы, конечно, пожелать им и всем нам вот этой радости, непосредственности своих сердец и душ. Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей, за ум, за подвиги святые, за голос звонкий, как ручей. Помимо пасхальной тематики, спектакль также охватывал события, произошедшие с семьей последнего русского царя Николая II, проводя таким образом своеобразную параллель. Мнение такое существует, что именно вот царь Николай, он искупил грех неверности русского народа. Здесь во многом есть такие параллели между Христом и... А по выражению святых, царь земной есть образ одушевлен царя небесного. У нас и говорили, ребятишки, Велия Пасха – это Христос. То есть самый главный праздник – это Пасха Христова. Но есть и у нас малая Пасха, российская Пасха. То есть мы провели вот такую параллель, как раз вот у нас такое памятное событие. И как обновляется с Пасхой всякая тварь, воскрешаем мы, воскрешают наши души, так мы надеемся, что, прославляя царя, воскрешается и Россия. Кроме того, такой режиссерский ход позволил в одинаковой степени задействовать постановки ребят всех возрастов. Поэтому даже самые маленькие воспитанники воскресной школы выступали на сцене наравне со взрослыми. Работа облегчается тем, что они еще такие чистые, светлые, они такие восторженные, у них еще задатки все как бы не развиты, и вот наша задача развить в них, ну, конечно, только хорошее, проявились, чтобы все их таланты, все возможности, что-то дремавшее мы должны разбудить хорошее, светлое, ну и просто поиграть с ними. Подобными спектаклями на Рождество и Пасху преподаватели и воспитанники воскресной школы радуют жителей Ясногорского уже третий год. И все эти три года количество детей, посещающих воскресную школу, и взрослых, посещающих приход, неуклонно растет. Ведь когда видишь, как многодетные родители и их дети, позабыв про все заботы, занимаются таким интересным и добрым общим делом, равнодушным оставаться просто невозможно. Играет пальцы ветра, по кнопочкам раз пролетят. А последняя, эх, западает, а на сердце опять горячо-горячо, и опять без ответа, а листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от веток, а на сердце опять горячо-горячо, и опять. Thank you.
Тем, кто защитили Родину, пожертвовав собой, кто в кулак собрав остаток силы, поднимался на смертельный бой. Тем, кто в плащ палатки с автоматом приближал победу над врагом. Дату отмечают во всех уголках нашей области. Весь день в городе Кемерово будут проходить праздничные мероприятия. Я приветствую и благодарю всех пришедших на главную площадь города. Мы помним подвиги наших земляков и гордимся ими. Митинг, посвященный 68-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне, объявляю открытым. Дорогие друзья, день 9 мая мы вспоминаем всех.
кто пролил свою кровь во имя Отечества. Поистине, смертью смерть поправ, как мы с вами говорим в эти пасхальные дни. В этот праздник мы прежде всего благодарим каждого из тех, кто в суровые годы войны сражался и трудился во имя победы. Сердечно поздравляем с Днем Победы в первую очередь наших ветеранов. Пока вы живы, дорогие ветераны, вы являетесь живыми носителями этой исторической памяти. Взирая на вас, каждый человек, и молодой, и средних лет, и даже пожилой, кому не довелось воевать, в глубине души задает вопрос: а я мог бы сделать то, что сделал он? Сама постановка этого вопроса возвышает душу человека, направляет ум на размышления о самом главном. Поэтому ваше живое присутствие в жизни общества имеет огромное значение. Низкий вам поклон за ваш великий ратный и трудовой подвиг. В памяти народной всегда должно сохраняться чувство уважения ко всем тем, кто жизнь свою отдал за спасение Родины. Когда народ помнит о героях, если они живут в народной памяти, тогда и сам народ сохраняется. Православная Церковь призывает свято чтить память славных сынов и дочерей своих, отдавших жизнь за освобождение Родины и Европы от фашистских захватчиков. По благословению патриарха Кирилла, в День Победы во всех храмах Русской Православной Церкви, в том числе и в Кузбассе, совершаются молебны благодарности памяти избавления нашей страны от страшного смертельного врага, от опасности, которой не знало Отечество за всю историю. 9 мая – наш общенациональный, общенародный праздник. Народ России, не разделяясь по национальному, религиозному или иному признаку, с радостью и слезами на глазах встретил День Победы. Мы должны твердо помнить, только единство, только самоотверженность и сила духа ведут к победе, созиданию и успехам. Победа нашего народа над фашизмом – это великое достояние, которое и сейчас укрепляет нас, объединяет, консолидирует общество и помогает преодолевать многие трудности современного времени. Мы никогда не должны забыть о великой победе, потому что сама память об этой победе делает нас, людей, способными к объединению, к солидарности, взаимному действию по сохранению, по защите нашего Отечества. Дорогие соотечественники, поздравляю вас с Днем Победы! Спаси и сохрани вас всех, Господь! Велика честь быть наследниками победы. Еще больше ответственность быть достойными ее. И я верю, что молодое поколение примет на себя все усилия для того, чтобы сохранить нашу великую Родину. С праздником, дорогие земляки! С Днем Великой Победы! Праведность скончавшихся, душа рак твои спаси упокой, сохрани их в блажении жизни, я живу тебе, человека любче, покоище твое, Господи, и держись, и святи твои упокоиваются, упокои души рак твоих, яко единиси человека любец,
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ты си Бог, сошед деватию закованных разрешивый, самый душераб твоих упокой. Православные христиане отметили праздник Радоницы. Еще с древних времен, именно в этот день, второй вторник после Пасхи, верующие чтили память своих усопших родных и близких, таким образом передавая им светлую пасхальную радость. Стоит отметить, что Радоница не является специальным днем поминовения усопших в церковном календаре, что не помешало стать ей всенародно почитаемым праздником. Радоница – это производное от слова «радость», и с древних времен этот день отмечается благочестивыми людьми, как особенный день для поминания усопших. Хотя в церковном календаре не отмечается этот как особый поминальный день. Вот, просто это для церкви первый день с момента Пасхи Господней, когда впервые в церкви начинают поминать усопших. И поэтому людьми вот этот день воспринялся очень тепло. И люди считают этот день особым для того, чтобы посетить кладбище. Поскольку число кузбассовцев, желающих в этот день побывать на могилке у родственников, по традиции довольно велико, власти сделали вторник выходным днем на тех предприятиях, где это позволяет производство. Также было увеличено число маршрутного транспорта, следующего до кемеровских кладбищ. Кроме того, на всех кладбищах совершались панихиды по усопшим. Христос воскресе из мертвых, смертью и смерть поправ, несущего гробе живо даровав. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Поминовение усопших – это невидимая связь нас с теми, кого уже рядом с нами нет, с теми усопшими людьми, которые далеко от нас. И если мы молимся за этих усопших сродников, с одной стороны, это дает нам оставаться людьми, не быть Иванами, не помнящими своего родства, а быть людьми, помнящими своих близких, переживающими за их судьбу. Если мы верующие люди, то неизбежно вот это наше переживание, оно выльется в молитву, в пожелание того, чтобы этим людям было там хорошо, в том мире, где они находятся сейчас, куда нам когда-то предстоит попасть. Сергей, Ефимия, Дарья, Ольги, Тамара, Вера, Иоанна, Марфа, Владимира, Павла, Татьяна, Иоанна, Зоя, Николая, Мария, Дмитрий. В этом году праздник Радоницы порадовал и погодой. Кемеровчанам не пришлось бороться со стихией, и они могли спокойно помянуть усопших. Однако священнослужители напоминают, не стоит ограничивать себя и ждать какого-то особенного дня. Посещайте могилы своих родных и близких и молитесь о них тогда, когда у вас есть такая возможность. Клавдия, Александра, Таисия, Аполлинария, Аграфена, Сергия, Леонида, Павла, Сергия, Владимир, Анатолий, Алексей, Михаил. Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!